Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot pot, cooking, fucking on your bitch, yeah, that, cooking up dope in the crock pot, pot. Йо, what's up, всем? Подключайтесь, присоединяйтесь. Кто тут? Оп. Привет, привет всем. Я вещаю из города Арзамаса. Все хорошо. И Киев, привет. Дальний Восток, супер. Как всегда, повидались со всеми друзьями. Краснодар, привет. Я Закари, привет. Эстония на связи, Нижний Новгород на связи, Красноярск на связи, Штаты на связи. Да у меня все отлично. Вот гастролирую по чуть-чуть. Смоленск на связи. Но на самом деле я зашел, чтобы просто почитать вам немного свежего стафа. Вот, у меня тут комп рядышком стоит. Я не знаю, как это все будет слышно. Можно попробовать. Получается маленький лайв онлайн. Сейчас я посмотрю, что есть из минусов. Эх, сейчас. Сколько нас уже? 123 человека в эфире. Дайте побольше. Патлы, заебись. Чувак, это волосы. Патлы у немытых чуваков. Что? Кафедра международных отношений. Братан, точно поступать. Мне кажется, одна из самых перспективных сфер. Международные отношения. Так. Что тут есть, что тут есть, что тут есть? Короче, альбом неважно, кто там у руля, он почти закончен. Я еще в процессе доделывания нескольких треков. Вот, еще хотел бы сделать пару фитов, пока не знаю с кем. Возможно, это будет кто-то из тех, кого вы знаете. Вот. А возможно, это будет фит с совсем неизвестным человеком. Я не так давно записал фит с Нонграта. Вот, не знаю, он должен выпустить альбом, я думаю, что он мне просто еще не отписывался, записал, он что-то не записал. Вот, но на его альбоме можно будет услышать эксклюзивные куплетики. Плюс я закончил альбом
акустика из 11 треков. Вот, там будет один, один совсем новый трек, который вы еще не слышали, и будет, значит, там треков 5, может быть, совсем старых, потом будет 10.33, Made in Brazil и так далее. Мы все это переделали в живом звучании. Значит, с осени начнем кататься с Animal Jazz, с живой группой, с этим материалом. Вот. Параллельно я, говорю, сейчас работаю над третьей частью Децилиона. Она оказалась достаточно серьезная работа. Вот. Ну, тяжело удаются тексты, потому что написать можно много о чем, а по сути, как бы уже я обо всем об этом написал. В общем, есть пару треков на английском на новом альбоме. Из них Fibonacci, минус, который делал Давид Бентенс. Вот. Минус изначально был утерян, мне пришлось его потом переделывать. В общем, там немножко другой синт получился. Вот половина минусов не оригинальные. Я пока еще не выбрал, куда что я буду читать новые тексты. Вот. Но уже есть маленькие наметки. Крапленые карты, двойные стандарты, тузы щеголяют на казенные бабки. В духовном упадке живется не сладко, нищета в голове, как консервная банка. Там, где на полустанках стоят куртизанки, рясы напялили бывшие панки. Там, где водку бухают, заедая буханки, белые не растут, в основном лишь поганки. Монополия жадных на вориша перкласса, для них люди не люди, для них люди лишь мясо. Мясо делает кассу, мясо для них лишь масса. Но если есть мозг у мяса, значит мясо опасно. Вот поэтому СМИ кормят нас комбикорм. Смесь госпропаганды и дешевого порно, смесь Лепса с Биланом, подбитый Ваня Дорна. Этим стрёмным попкорном мы сыты по горло. Хватит пичкать нас фразами типа «вы вне формата». Вкусовщина барыг с всероссийским охватом поглотила умы тех, кто в креслах по блату. В тренде те, кто поет ходы для супостатов. Мысли глубоко, пока есть смысл. Ищи среди слов, ищи среди чисел. Что если реальности есть вымысел? Запахом свинца примесью, выльется вода полностью. Вот тогда пойдет слух по лесу. А когда война кончится, да, вам мои слова вспомнятся. Лезгинка на столе в курточке Армани. Тупые БКМС продались потрохами. Нашла коса на камень, общество на грани. Госпропаганда льет нам в уши тонны несусветной дряни. Система криза — это ты и те, кто кровь стирает кошельки ради лживой правды. Время жатвы, время для особо жадных. Время показать свою лояльность пионер-вожатым. Зайцем шоколадным лоснится у их ног. Время сочинять за деньги строчки для их ног. Время набивать живот, заливать туда компот. Время показать на деле, какой ты патриот. Идиотом быть легко, заведи свой блок и накидай камней в соседний огород. Сансары колесо сделает еще виток. Знаю, в океане кармы виден каждый наш грешок. Я смотрю, о, мам, привет. Я смотрю, многие отсоединились. Было 127, стало 115. Вот. Ну, в общем, материал такой достаточно провокационный. На основной трек «Кто там у руля» мы уже придумали клип. Ближайшие недели будем снимать. Вот. Ну и что я могу сказать? В общем, работа идет постоянная, но почему-то в прессе проявляются только скандалы. Последний скандал был, что якобы меня... якобы с меня через суд взыскали 150 тысяч за коммунальные услуги, что полное вранье, никто с меня ничего не взыскивал, это какой-то был вброс. Вот.
некий пресс-секретарь ЮНОНа, Басманова суда, я так понимаю, ЮНОНа Сергеевна, я так понимаю, распространила это слух, ну, по крайней мере, так пишут везде. Вот, не знаю, буду с этим еще разбираться. Вот, а ваш покорный слуга уже 3 раза выиграл суд у жирного ублюдка. Ну вот, и я думаю, что выиграет еще парочку, поскольку парень не успокаивается. Вот, что еще? Был в Японии недавно, встречался со своими японскими партнерами и друзьями. В Японии это очень круто. Мне понравилось намного больше, чем в Нью-Йорке, в Токио, по крайней мере. До Осаки мы не доехали, а вот Киото, такая культурная столица, как Питер, похоже очень. Не знаю, я, наверное, теперь буду вместо Америки ездить в Японию. Мне больше там понравилось. Вот. Дальше планируем, опять же, еще несколько туров с Animal Jazz. Параллельно я еще играю диджей-сеты. Я бы очень хотел, чтобы вы поняли, что как бы есть еще программа, диджей-сет-программа, где я играю там почти 9 стилей музыки разных, но все они примерно там 120-125 BPM, то есть это танцевальное дерьмо. Вот, так что если у вас там есть мазы какие-то, организовывают мероприятия, где вам нужен диджей, я готов позажигать. Вот. Всем нравится. Сет получается охуенный, всегда разный. Вот. И я конкретно под мероприятие готовлю музыку. Вот. Есть еще треки разные. Есть уже записанный трек, он называется «Пирога кусок». Я думаю, те, кто смотрит мой инстаграм, уже слышали кусочки. Тоже достаточно провокационный трек, могу его зачитать лайвом, так, чтобы было понятно там текст, все дела. Я вот не уверен, что музыку слышно. Подвинем. Пирога кусок, каждый хочет съесть. Агрессивный, ха, зима уже здесь. Чистым хочешь быть, в рэп лучше не лезь. Сумасшедших рифм, ядерная смесь. Пирога кусок, каждый хочет съесть. Агрессивный, ха, зима уже здесь. Чистым хочешь быть, в рэп лучше не лезь. Сумасшедших ритм, ядерная смесь. Улицы застыли в ожидании новостей. В лабиринтах пешеходы мчатся, кто кого быстрей. Мегаполис поглощает жадно миллион идей. Мировая паутина информации сетей. Время не терять, действуй не робей. Да, современный ритм, сам себе диджей. Выдыхая дым, еще один забей. Следи за собой, бери тикет скоростей. Здесь пирога кусок, каждый хочет съесть. Каждый хочет сразу на вершину влезть. Нарезать понты, будто имеет вес. Сложно оценивать процесс, когда попутал бес. В городе грехов всегда нехватка мест. В потоке новостей любой замес как квест. То ты на самом деле бесконечный тест. Слово не воробей, каждый несет свой крест. Пирога кусок. Нет пути назад, если ты в игре. Агрессивный хайп, только лови момент. Для тех, кто несет бред, под громкий звон монет. Думали вы ту? На самом деле нет. 90-х лоск плавит мягкий мозг, делает смелей водяшиный кокос. Мысли темный лес, еще один форпост. Я потеряй себя, мэн, дотянись до звезд. Лютые понты быстро загонят гроб. Семки на картах, скрепы для рабов. Клетка в голове, важен лишь улов.
пошли на бар. Побольше дураков, время лечит всех, все расставит на места. Их ехидный смех означает страх. Смех давно потух в их пустых глазах. Хорошо, что мы на разных берегах. Ед пирога кусок, каждый хочет съесть. Агрессивный ха, зима уже здесь. Чистым хочешь быть, в рэп лучше не лезь. Сумасшедших рифм, ядерная смесь. Пирога кусок, да, каждый хочет съесть. Агрессивный ха, зима уже здесь. Чистым хочешь быть, в рэп лучше не лезь. Сумасшедших рифм, ядерная смесь. Batman team, see? Yeah. В общем, этот трек называется «Пирога кусок». Предыдущий назывался «Мыслить глубоко». Вот. И, в принципе, весь альбомчик в таком стиле. Основной первый сингл с альбома будет «Кто там у руля». В принципе, также называется альбом. У меня связь прервалась и так далее. Давайте-ка еще раз попробуем. Давайте, кто не успевает, подключайтесь. Batman, Потерянный смысл восстал, мы все на пределе, напуган вассал. Сознание масс уходит в астрал. Терять контроль вертикаль, свобода превыше всего. Мы увидим рассвет, ведь нам повезло. По дороге к мечте нас почти унесло. Но мы все еще здесь, несмотря ни на что. Глубокие мысли, высокие цели, сорвали оковы и цепи надели. Мы будем людей, тех, кто спать не хотел под гипнозом системы. Был удел, новая эра, новые меры. Мы дети вселенной, наполненные верой. Вращаем планету, магнитные сферы. Мы преодолеем любые барьеры. Планета меняет свою точку сборки. Матри вибрирует по переполкам. Мы весь резонанс ощущаем на тонком. Изучим процесс от корки до корки. Учение свет, не учение тьма. Не важно, кто там у руля. Прогресс поглотит, как цунами, волна. И не важно, кто там у руля. Плачь, молись, страдай, самурай. Огнем и мечом мы изгнаны в рай. Смысл скрытый от глаз, на пороге событий рождается связь. История пишется здесь и сейчас. Каким будет мир, зависит от нас. Чьи имена застынут. Да, не важно, кто там у руля. Прогресс поглотит, как цунами, волна. И не важно, кто там у руля. Batman, Вот. В общем, есть еще всякие разные треки, которые находятся в процессе создания. Например, вот есть, будет еще трек «Бульбик или Бонг», он называется, такой веселый трек с текстом типа «Это странные нейроны или память ДНК». Ну, как обычно, к микрофону сама тянется рука. Знают взрослые и дети. События, я так понимаю, вообще будет плохо работать. В общем, есть тексты типа ОПГ в Кремле, ОПГ моет лаву, ФСБ крышует, прикрывает МВД, самбо, карате, мейбах, БМВ, мироточит образа на Москве-реке. Но вот это дерьмо, я не знаю, это, наверное, вообще суперэксклюзив, который будет выпущен как-то подпольным способом. Ну.
общем, поп на гелике, медведь на велике, по радио ЛГБТ, тупые шкуры в телеке, невольные в истерике, враги опять в Америке, железный занавес 2.0, военная полемика. Там тоже жесть. Вот, я, в общем, дописываю альбом «Дацилион», больше не буду жестить, и буду, наверное, писать танцевальные треки. Вот, и треки... Город называется Арзамас, и вполне возможно, что здесь лагает связь. Сейчас я отключусь, буду покурить, и посмотрим, как будет. Здесь, может быть, кстати, лучше работает. Хотя не факт. О, Димон, здорово. Вот что-то пошло. Это хорошо. Вот, а еще по поводу Японии. Там тоже, на самом деле, везде запрещено курить. На улицах там и так далее. Но при этом каждые 100-200 метров есть, короче, курилки прикольные. Либо на улице, либо внутри помещения. С чаем, там, со всеми делами. Вот. Все очень... Ярен начали бороться с курением. Везде в продвинутых странах таким бытовым фашизмом уже давным-давно не страдает. То есть человек, если хочет, он курит в отведенном месте, но они есть везде. Это не то, что у нас там курить запретили, а курить непонятно где. Вот. Я как заядлый курильщик агитирую за курительные места. Да, я вейпил, но после того, как Смоки Мо и Баста решили, что они тоже вейперы, не ебись какие, вот, я решил как бы больше не вейпить, вот. И, в общем, вся индустрия тут же сошла на дно. Я смотрю, сейчас также у Дудя пытаются шоу, короче, спиздить. Вот, пригласили даже его на первый выпуск, но по мне это не очень правильно, вот. Вот так вот присваивать всякие разные идеи. Вот, видя, что это круто, сразу нужно, о, нам нужно так же и так далее. Это, короче, полный трэш. Ну и по сути дела, да, неважно, кто там у руля, пофигу, мы все равно прорвемся. И Хабаровск, сап. Тут кто-то хочет на совместный чат, но никого из знакомых. Да, Новосибирск. В скором времени посещу тоже. Едь, Дзержинск, усап. Альбом «Дельфина» не слышал. Точнее, я слышал, наверное, пару треков. Вот. По текстам достаточно интересно, и по музыке, в принципе, но это такое прямо супер некоммерческое дерьмо, короче, для любителей. Вот, поэтому, не знаю, Дельфин идет своим путем, ему респект за это. Не старается лютого левого хайпа словить. О, обложки классные получились. Арт Марса нарисовал прикольную обложку для акустического альбома. Вот. И еще сейчас я закажу ему обложку для третьей части «Дацилиона». У меня просто пока в голове не срослась идея, как она должна выглядеть. Ростов пока нет. Вот Мэри Вонг последний раз я был. Мне очень понравилось. Круто было. Уличная вечерина. Антоха МС? Да нет, просто чувак долго как бы пробивался, и вот сейчас он нашел тот стиль, который как бы, ту музыку, которая, в принципе, нравится большинству людей. Вот, поэтому почему нет? То есть он, в принципе, достаточно давно в музыкальном бизнесе, и только-только о нем начали узнавать, что, в принципе, тоже достаточно
некрасиво со стороны деятелей шоу-бизнеса. И да, Димон, я пока катаюсь, будет время, я обязательно отпишусь. Сила слова, не знаю, братан, пока гастроли, Миша почему-то мутит не понедельник, не вторник, а обязательно ближе к выходным. Я, конечно, пошел, там мне нравится. Вот, пишет, когда в Америку. Я, ну, ездил в Америку достаточно часто, практически каждый год с выступлениями. Вот, но потом туда поехал жирный ублюдок, и я перестал ездить в Америку. Это очень странно. Вот, последняя новость была, что он позвонил моему юристу, а точнее позвонили Mia Gehenspiel, моему юристу, и сказали: чувак, мы переходим на Газгольдер. Вот, и, в общем, если ты хочешь с нами, то прекращай работать, короче, с Кириллом. Ну вот, на что, не знаю, Рома им вроде как ответил, что извините, ребята, я так не готов, это не по-пацански, но по итогу он пропал, вот, и я не понимаю, что происходит, вот, но вот этот вброс по поводу ЖТХ и всякая такая ерундень, это все вот, корни туда идут. Вот. А вообще, да, мы нашли парочку-троечку организаторов, которые сейчас работают над туром по штатам. Вот. И, в общем, я думаю, что ближе к осени, ближе к Хэллоуину, мы все-таки выйдем в штаты вместе с Animal Jazz, вместе с Бендером из ПТВП. В общем, всей тусой проедемся там. А, Димон, ты плакат готовишь? Найс. Вот. У нас тут маленькая идейка по поводу там выступления одного персонажа в Владивостоке. Я думаю, что парни замутят как надо. О, ебашиндл, сап. True Jamaican crew here. Вот. Еще сегодня пошла новость в интернете, что у моего знакомого художника-дизайнера Петлюры отжимают помещение. Вот, РПЦ. Парни, РПЦ, к вам обращаюсь. Там Газгольдер, отличное помещение, почему бы вам не отжать его? А Петлюра оставьте в покое, он же художник. Вот, там чувак спрашивает, кто такой жирный ублюдок. Братан, набери в интернете No Name, No Game by Dead Solocali Truck, и поймешь, кто это такой. Вот. У меня нет крю, к сожалению. Или к счастью, я езжу один. Вот. Моя туса вся разбросана по миру. Все, каждый занимается своим делом. У Бита, кстати, вышел новый релиз, если что. Beatmaker Beat выпустил новую пластиночку. Вы можете поискать, по-моему, на Bandcamp он сегодня ее выложил. Вот, я уверен, что там супер крутой став. Вот. Батисту последний раз я видел на спектакле. В общем, он занимается актерской деятельностью. Вот, играет в театрах и так далее. В общем, просвещается культурно, молодец. Да, Ира, я оставил кепки у Джонни, я тебе скину попозже телефон, вам нужно будет пересечься, он тебе передаст кепочки. Вот, был тут, кстати, на выступлении ЛСП в Питере, поскольку там играет Бендер, ребят, вот, соответственно, мы с Джонни заскочили позавчера в Питере были на концерте, прикольно, много девчонок, вот, ребята из Олигарха делали свет, вот, в общем, мне понравилось, классно было.
Да, MC Чек хороший чувак, вот, но что-то у нас как-то пока пути разошлись, вот, и мы пока не общаемся. Но я уверен, что в будущем может появиться какие-то еще треки. Да, Ирена, можно Ире написать, у нее будет какое-то количество, я потом еще привезу в Питер. Не, братан, я такое дерьмо не смотрю. Еще я буду на это смотреть, ты что? Назвать надо было проект ББ, XBB. Я, братан, заяву на басту не писал. Твой баста пиздобол, если что. В Питере концерт. У меня не было в Питере концерта в этот раз. В этот раз я ездил доделывать альбом. Да, все почты я читаю сам, иногда менеджеры, но, в общем, в основном сам. Джузеппе жестко, почему? Потому что я мастер немножечко пожестить, вот, поэтому Джузеппе жестко. Юмор у меня странный. Блин, братан, на такую хуйню наткнуться, это все равно, что на гвоздь сесть, мне кажется. Да? LA, я бы с удовольствием, но что-то пока не было, как-то не то чтобы возможности, а причины туда лететь. Да, ну на тебе привет, MC West 2002. Да, тонкие колки, братан, так получается. Видео с Бали, оно, по-моему, есть уже в сети, вот, но конкретно этим я не занимался, потому что, по сути дела, там вообще на Бали нелегально выступать, типа, нужно специальную визу мутить и так далее, поэтому мы не особо светили выступление. Я не знаю про конец мая, вообще непонятно. Я бы, честно говоря, слился куда-нибудь. Посмотреть регги с севера. А нету, да? Странно. Но мне вот девочка пишет все время, там интервью они хотят какое-то опубликовать, надо его доделать. Со Степой пока не делали совместку, но я думаю, в процессе. Вот, просто Степа много гастролирует, я много гастролирую, мы вообще в Москве редко пересекаемся. Вот, но я думаю, что не за горами фит со Степой ставил обязательно. Вот из Бали с Опиум Клуба там есть в Фейсбуке, по-моему, пост. Но это промо-видео, там не весь концерт. Там, по-моему, маленький кусочек, там просто наснимали фанатов и так далее. Я люблю сорта лемон, которые лимончиком отдают. Очень вкусно. Ну, может быть, не в стиле Rugged Jungle, но Dance Hall может быть. Хотя Rugged Jungle тоже прикольно. Бля, братан, вернуть твой 2000-й, как я это должен сделать? Ну, я думаю, что, наверное, инди. А вообще прикольно гибриды, мне нравятся. На Дэдпула 2, не знаю, нет, в кинотеатр не пойду, а посмотрю, наверное, в интернете. Вообще, я больше жду Аль Соло. Как это, новая версия Звездных войнов. Сманю.
Ну, мы, я думаю, что да. Я думаю, что будет целый альбом, где будет и Степа Стайл, и Коля Маню, и много других регги-дэнс-холл исполнителей, которые на данный момент проживают в России. Нас много, на самом деле. Не так, что прям очень много. Вот, у нас много, и почему-то нас пытаются забегать всякие разные радиостанции, каналы и так далее. Видимо, вообще я выяснил, что слово «раста» запрещено произносить в эфире телеканалов, радиостанций и так далее. Это как-то негласный запрет есть на слово «раста». Вот. А «раста мафия» — так это же вообще все. О, Коля в Москве живет. Класс. Надо ему тогда будет... надо будет ему отзвониться, спросить, что он, как по поводу студейки. Е, Алматы, Раста Мафия, усап! С шефом мы не общаемся. Ну как, мы пересекались несколько раз в Москве. Вот, а так мы особо не общаемся. Ну, в принципе, он на позитиве, я тоже на позитиве. Но мы как-то не стремим будем общаться. Ну, ребята, если Квебек и Монреаль хотят концерт, то надо как-то, короче, там найти организаторов, сказать им, мы хотим, сказать им, что нас соберется много, вот, и дать им мои какие-нибудь контакты, того же Инстаграма и так далее, чтобы они вышли на связь, а я их уже сконнечу с менеджером. Ну, я думаю, все срастется. Нет, из Bad B ни с кем, я... Последний концерт в Питере, который был в главклубе, я приглашал Тоника, приглашал Л.Э. Глебаса, вот, в общем, они были. А так, из старой тусы, наверное, ни с кем особо не общаюсь. Да я вообще, что-то в последнее время, вообще ни с кем особо не общаюсь. А, видел Бига во Владивостоке из Вистайла, вот, Биг похудел, вот, круто выглядит. И, в общем, я так понимаю, возрождает свою сольную карьеру. Вот. В общем, графа видел во Владике тоже. Пацаны хорошо выглядят, вроде на стиле, настроение боевое и все дела. Я, на самом деле, концерты не планирую, то есть запросы идут от организаторов, то есть, а потом уже выкладываю, там, если хотите, можно посмотреть список концертов ближайших на сайте Раста Мафия в ВК, вот, там, по-моему, выложили несколько дат, а дальше я буду пополнять даты и, соответственно, где-то, наверное, это будет появляться. Так. Да, я курю и выпиваю, а кто не курит и не пьет, тот здоровенький, но все равно помрет по-любому. Вот. А так вообще лучше все в меру. С Лигой трек. Кстати, я послушал один трек с нового альбома Легалайза, и мне вкатило. Прикольно. Интересный эксперимент. Совместка с Иваном Макаревичем, в общем, Ваня, он битмейкер, вот, и я, наверное, возьму у него пару битов на новый альбом. Ладно, если есть у тебя там организаторы, то, пожалуйста, я говорю, я открыт к диалогу, пока никто не обращался, сам искать не буду. С ублюдками ничем не закончилось, я так понимаю, еще в процессе. Это было замучено, все в коридор затмений. Это все будет, мне кажется, ближайшие еще 18 лет, блядь, вот эта херня. Тони классно ломает папе ребра уже. Учится на пятерке. Красавчик вообще. Да, трейлер фильма «Веном» видел, классный. Я тоже фанат такого кино. «Спаун» еще есть такое кино, тоже очень похожее на «Веном».
Если кто не видел, посмотрите. Спаун называется. Отличное кино вообще. Биты писали разные люди. Вот. Lucky X1 Production. Потом Ваня Макаревич. Потом... Чьи там еще биты? Ну, короче, там продюсеров, наверное, 5-6 будет на альбоме разных. И... Сори, я возвращаюсь. Все. О, шит. А меня видно вообще, нет? Меня не видно. Сори. Меня выкинуло из сети. Позвонил тренер. Звонил тренер, и нас выкинуло, короче. Вот. Концерт в МСК, я думаю, что будет ближе к моему дню рождения, наверное. Вот. Я попробую что-нибудь замутить. Если нет, то уже ближе к осени. Тренер по муэтай, братан. Сап. Приятно, что много знакомых людей. В мае рановато, я не успею организовать все. Вот. Еще будет видеоконцерт. Я думаю, что мы будем делать видеоверсию тоже акустического альбома. Вот, соответственно, в скором времени, даже раньше, я думаю, что перед релизом появится видео полностью живое. Мы постараемся снять качественно, вот, в Питере с нашими партнерами. И я надеюсь, что до релиза альбома, альбом будет на моем канале YouTube в живом исполнении. Yo, what's up? Да, в 16 тонн отожгли, только я попал по итогу. Вот. И, в общем, ну, поскольку я получаю гонорары и стараюсь там выплатить и артистам, кто выступает вместе со мной, и там всем, кто имеет отношение к процессу, вот, ну, хотя бы чуть-чуть, но заплатить, по итогу оказывается так, что весь гонорар расходится на артистов. Вот. Из-за того, что немного рекламы, ну, площадки не заморачиваются по поводу рекламы, соответственно, народу приходит нормально, но не так много, как хотелось бы. Да, я в курсе, что вот там клан оценил мое творчество, но, братан, это никак не влияет на мою карьеру вообще. Сигналы. Да, сигналы — прикольный трек, но все равно что-то, мне кажется, немножко недоделанным. Я еще пока недоволен. Йо, what's up, Павлодар? В общем, друзья, спасибо вам, что сегодня были со мной в прямом эфире. Вот. У меня в скором времени концерт. Я нахожусь в славном городе Арзамас. Я даже не знаю, что вам показать. Тут прикольно, конечно. Похоже на Ростов или еще. Ну, короче, похоже на большинство городов России. И... Вот. В общем,
люди здороваются на улице. Вот, все дела. Спасибо вам, что были сегодня со мной. И приходите на концерты. Не забывайте, что есть Death Locale Trip Baby. Он же Джузеппе Жестко. Приходите на концерты, смотрите новые работы. В общем, поддерживайте как можете, репосты и так далее. Я был бы очень признателен. Всем мир. Рад, перископ, майки, .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи тут, ссылка в описании. Это лучший магазин, бау.